дравиця учиться в Москве, но я хочу побывать в других городах России, что еще лучше понимать, кто живет здесь. А сейчас я бы хотела узнать, что означает выражение «кричит в Васю Ивановскую», которое я недавно услышала, похоже на название улицы. «Кричит во всю Ивановскую» – выражение означает не что иное, как громкий вопль человека, который своим голосом пытается привлечь внимание. Фразеологизм происходит от названия Ивановской площади рядом с колокольней Ивана Великого в Московском Кремле. Именно с этого места специально обученные дьяки оглашали царские указы для всеобщего осведомления. Им приходилось говорить громко, чтобы слышно было всем. А на моем языке это выражение звучит так: «Андебера Гасанова».